Орджоникидзевская основная общеобразовательная школа номер 2 Республики Ингушетия на конкурс «Дети читают стихи». Адоева Алина, 9 лет, спою тебе родной, автор Александр Шмидт. Синеглазая девчонка, 9 неполных лет, льется песня нежно, звонко, на больничный белый цвет. И под звуком переливы чьи-то братья и отцы вспоминают дом счастливый, просят спеть еще бойцы. Я спою, ответь, девчонка, низко голову склонив. Вот пришла нам помощь.